방탄소년단의 미공개 신곡을 최초 공개한다. 아름다운 연인을 위한 사랑의 멜로디 비하인드 방탄송. 카드 한 장으로 결정짓는 그날의 운명. 카페에서 펼쳐지는 벌칙 퍼레이드쇼 채널 방탄 끝판왕. 오직 한 분에게만 드리는 채널 방탄만의 특별한 팬서비스 방탄 로또쇼. 다시 돌아온 땀과 열정의 시간. 형님팀과 아웃팀의 자존심을 건 두 번째 매치 방탄 스포츠 볼링편 지금 시작합니다. Спортивный бантан – это боулинг, поаплодируем же. Меня зовут Йомда, а я рэп-монстр из BTS. Спортивный бантан – второе соревнование боулинг. Мы выявим победителя за одну игру. Команда хёнов и команда младшеньких, три участника будут играть по очереди. Мастер своего дела и станет победителем. Команда, у которой будет больше всего очков, победит. Спортивная бантам-битва в боулинге начинается прямо сейчас. У нас есть команда младшеньких и команда хёнов. Кто же начнет первым? Мы начнем с команды младших. Они будут первыми игроками. Во-первых, они понятия не имеют о правилах в боулинге. Битва, где никто не знает правила. Я думаю, что они будут просто по интуиции бросать этот шар. Они разогреваются каким-то бесполезным способом. Они вообще не знают, что делают. Представьте первого игрока. Да, это Чимин. Чимин знаменит своими мускулами. Мы можем только догадываться о том, как он будет показывать свою мощь. Его мышцы могут сыграть на пользу. Думаю, он не сможет. Как я полагаю, он взял шар под номером 6 или 7. Что это за шар? Очень легкий шар. Вот именно. Как и ожидалось, шар слишком легкий. У него одно очко. Он же в первый раз играет. Это не футбол, и такое случается. Заслужил одно очко. Я на 100% уверен, что шар скатится в сторону. Или вправо. Кто будет играть из команды хёнов? Джин. Я просто не имею понятия, каким же методом он держит шар. Чем же он такой популярен? Он популярен тем, что он странный. Даже во сне, даже когда он чистит зубы. Джин – это тот человек, который странный с рождения. Он не попал. Шар слишком далеко укатился. Я думал, что он попал. Шар так далеко укатился, я думал, что он забил. Я думаю, что для этого батла это было одинаково далеко и до ямы, и до цели. Разницы нет. Чего они ржут? Это не самая важная часть, какой-то беспорядок. Он даже подпрыгнул. Я впервые вижу такое поведение. Я раньше такое видел. Они вообще очков не заработали. Следующий маг на Чонгук. Он очень спортивный. От него можно многое ожидать. Это хорошо. На нем носки футболиста, а шорты баскетболиста. Да, и обувь для боулинга. И волосы айдола. Он действительно уникальный и спортивный.
주먹이었을 때 또랑입니다. 아, 네. 축구 스텝이 약간 섞여 있어요. 제가 네. 봤을 때 볼링인데요, 여기 분명히. 이제는 농구처럼 공을 멀리 던질 차례입니다. 네. 자, 던졌습니다. 두 번째. 그래도 가운데로 왔는데. 아! 야! 그래도 가운데로 왔는데. 아! 야! 역시 7개예요. 아, 저거 뭔가. 아! 정말 저 몰드식 타행도. 네, 저거 굉장히 쫓겨날만한 행동이거든요. Следующий Джи-хоп. Он позиционирует себя как надежду. Но я не думаю, что он надежда. Эти действия. Такие движения. Он танцует с шаром для боулинга. Ему всего лишь надо кинуть шар. Если бы не камера, я бы ему треснул. Точно. Я думаю, что он слишком много сил приложил. Шар ушел в сторону. Команда младших 14 и команда Хёнов 7. У нас тут следующий игрок Ви. Что я могу сказать об этом игроке? Во всем мире он номер один. Его взгляд такой оживленный. Если он будет так держать шар, то шар вообще никуда не укатится. Он с самого начала все делает неправильно. Он должен стоять немного левее. Что же у него выйдет? Ви забрал 8 очков. Почему он продолжает так стоять и ходить? Я не уверен, потому что он танцует. Команда Хёнов уничтожена благодаря навыкам Ви. Как это произошло? Ви игрок? Кто третий участник из команды Хёнов? Следующий Шуга. Он реально бледный. Номер 10. Он выбрал шар номер 10. Такие обычно выбирают мужчины. Да, мужчина справится с таким шаром. Как и ожидалось. Что это такое? Он достаточно взрослый, чтобы играть вот так. Да, ему 21 год. Он учится в колледже. Он студент? Да. У него такая же поза. Каким же будет результат? Если он будет кидать шар вот так, то с середины он по бокам точно не покатится. Команда младших, этот раунд очень важен. Если вы получите очки в этом раунде, то вы получите дополнительные очки, бонус. У вас есть бонусное очко, но если вы не заберете баллы, то и бонус не получите. А если вы продолжите получать дополнительные очки, то вы сможете увеличить ваш счет. А вот и следующий игрок. Следующий из команды Хёнов. Он даже не слушает, что он делает с шаром. Он узнает об этом последнем. Мы предвкушиваем этот раунд. Наверное, у него теперь все болит. Точно. Я видел, как он практиковался. Он что, думает, он на катке?
넘어지면 들어가. 야! 깔끔합니다. 쇼트 트랙점프예요. 코너 넣을 때 이렇게. может он сможет? запасной раунд. 제가 룰을 몰라서. 야, 그렇죠, 또랑입니다. 욕심을 너무. но все равно справился. А вот и Ви, мальчик чудо. Будто курица несет яйца. 따라가기가 좀 어려웠습니다. 이게 벌써 흐름이 이미 향했거든요, 아웃쪽으로. 그렇죠. 그렇습니다. 이야. Младшие 47, команда Хёнов 38. Сейчас команда младших должна нам кое-что показать. Они должны получить очки, при этом быть веселыми. Его рост 1 метр и 73 сантиметра. Он в группе отвечает за рост. Вот он. Он показывает нам особенные позы. Если Пак Сари снимает свои носки, то BTS их сворачивают. Сможет ли он поднять счет? Мы можем только ожидать. На майке написано его имя? Да, он этим постоянно хвастается. Он бросает. Это все, что он может. Я вот не пойму, чего он все время подпрыгивает. Ему же не нужно подпрыгивать. Это смотрится странно. Пятьдесят три, сорок шесть. Они все еще могут выиграть. Да, они еще могут. А он ненасытный. Ты не можешь быть жадным. Джей-Хоп, он хорош, но ему чего-то не достает. Точно не этого. Определенно не этого. Старт уже не задался, может он выберет другую команду. В этом раунде у кого-нибудь будет страйк? Разница 9 очков. Он темная лошадка. Ви уже выбрал шар. Он выбрал номер 10. Он очень нетерпеливый, я не знаю почему. Почему этот игрок такой? Он снова так делает? Может, он выбрал другой метод? Команда младших 64 очка, команда Хёнов 52 очка. Чтобы догнать другую команду, команда Хёнов должна набрать 8 очков. Это возможно. Миссия Шуги – набрать 8 очков. Очередь Шуги. В этом раунде он должен набрать 8 очков. Wow!
Это был страйк. Это реально? Это страйк. Это страйк. Он использовал свой метод, при этом выбрал правильный шар. Это был страйк, но очки на экране не показываются, наверное, будет около 20. Но если в 10-й ячейке будет шар мимо, то они получат только 10 очков. Сейчас время выбрать самого лучшего. Лучшего. Единогласный профи. Эти трое, они будут же вместе бросать? Они будут так бросать? Так нельзя, это невозможно. Это не разрешено. Похоже на старинный коронный футбольный бросок. Точно. Не так уж и плохо. Мы даже не знали, кто из них бросит шар. Зачем они так сделали? Словно штрафной удар, не знаешь, кто выйдет. Разве не так? Да у него охранники с двух сторон. У него получится. Какая жалость. Они с середины это сделали. Команда Млашу 72 очка. Команде Хёнов нужно еще 5 очков. Так как у Шуги был страйк, игра становится интересной. Сколько же очков он наберет? Это сложно сделать в таком стиле. У них ноль. С этим нулем у них 62 очка. Это плохое положение для них. Ему нужно 5 очков. Игра окончена. Они поднялись, они же сами и провалились. Финальный счет команды младших 72, команды Хёнов 62. В итоге команда младших победила. Сегодня спортивными бантан были Ёмда и Рэп Монстр. Спасибо вам, встретимся на следующей неделе.스포츠와 예능의 아슬아슬한 경기, 일곱 남자들의 숨막히는 코믹 대전, 방탄 스포츠 알까기 다음 주 이 시간에 방송됩니다.